Добрий день, шановні колеги. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію. Поговоримо ми про те, що в Дніпропетровську запускається соціальний проєкт для студентів та молоді «Дніпропетровська молодь будує Україну». Прес-конференції у нас беруть участь керівник консалтингової компанії «Бумажка» Марія Камергородська і керівник тренінгового центру «Розвиток» Олег Ішин. Будь ласка, хто почне? Марія. Здравствуйте. В данном проекте мы затрагиваем два важных аспекта. Первый аспект – это деловые навыки. К сожалению, сегодня студенты в вузах не получают критически важных и необходимых навыков в профессиональной деятельности. И какие это навыки? Это и привлечение внимания к деятельности, к своей, к определенной теме. Это умение продвинуть товар, умение использовать современные инструменты интернет-маркетинга. Это умение взаимодействовать в команде, умение проявить свои лидерские качества. И в данном проекте мы затрагиваем, один из аспектов является именно развитие деловых навыков. Второй аспект, который мы хотели бы затронуть, это привлечение внимания и развитие социально ориентированного бизнеса. Что это такое? Это такой бизнес, который направлен на развитие, скажем так, это такой бизнес, который либо участвует в поддержке определенных слоев населения, определенных отраслей, либо всей своей деятельностью участвует в развитии человека, личности, общества и всей страны. Мы подготовили 150 направлений работы социально ориентированного бизнеса. Это и экопитание, это искусство, образование, это различные малые производственные предприятия. У нас нет конкретных названий компаний. Что интересно, в данном проекте ребята будут только лишь вытягивать билет, в каком направлении они будут работать. Далее они будут сами искать эти компании, они будут сами с ними договариваться. И именно вот в этот момент они будут получать тот необходимый опыт, который позволит им проработать деловые навыки. Ну вот я хотел бы сейчас на навыках остановиться, то есть вот то, что мы заявили в нашей программе, значит, основное – это успешные коммуникации, командообразование, лидерство, основы менеджмента, особенно управление в стиле коучинг, это планирование и управление изменениями, это повышение личной эффективности, развитие уверенности в себе и некоторые другие. Это как раз те навыки, которым не хватает сейчас. Вот мы работаем с предпринимателями и видим, что многим предпринимателям, многим сотрудникам компаний, работникам офисов этих навыков не хватает. Мы хотим давать эти навыки в процессе нашей игры, которые студенты, будущие работники, руководители, которые будут использовать эти навыки, ну, не только в своей работе, но и практически в повседневной жизни. И мы хотим дать участникам понимание того, что нужно учиться вот не только по той программе, которая им дается в университете, в высшем учебном заведении, а нужно расширять свою зону комфорта и также овладевать теми знаниями, особенно навыками, практическими навыками, которые пригодятся им, ну, в дальнейшей жизни. Вот как раз для этого и предназначен наш проект. Да, хотелось бы добавить, что в данном проекте мы использовали приемы геймификации. Геймификация – это обучение в безопасном пространстве игры, потому что каждый знает, что играть, когда ты играешь, ты ничем не рискуешь, это интересно, и в целом можно получить такой опыт, который, ну, в какой-то повседневной жизни может даже показаться страшным или опасным, да, когда мы там можем что-то потерять. А мы в этом проекте будем играть, и этим он интересен. Как раз в игре ребята получат то, о чем мы говорим, да, о деловых навыках. Вообще в этом проекте использована стратегия win-win, то есть победа-победа. Ребята получают новые профессиональные умения, а компании получают привлечение внимания к их деятельности. В этом и заключается суть этого проекта. Скажите, будь ласка, чи є вже, ну, готові команди, і скільки їх буде, и как вы их набираете? Вот я как раз хотел на этом остановиться. Мы планируем запускать проект при наличии 7 команд, потому что, ну, проект этот новый, и мы вот с Машей смотрели, аналогов таких проектов мы не видели нигде. Поэтому мы не хотим, чтобы это было совсем массово, но с другой стороны, 1-2 команды тоже не совсем интересно. Просто проект построен таким образом, что
мы будем давать участникам не только навыки, но и обратную связь, то есть практически работать с каждым, замечать ошибки, недостатки и работать над ними каждого участника. Поэтому мы планируем 7 команд для начала. Ну, мы приурочили ко Дню знаний, то есть это символично, сегодня 1 сентября, и студенты пошли в вузы, и мы как раз запускаем наш проект. Мы не декларировали его до того, ну, пока было лето, команд не было. Но мы подготовили сайт, вот, кстати, сайт buduymouukraine.com, где можно зарегистрироваться и принять участие. Мы планируем это где-то вторая половина сентября. Я думаю, команд набрать несложно, потому что идея сама вот этого проекта, ну, первое, это, как сказала Маша, это навыки, а второе, это все-таки мы должны понимать, что это не совсем игра, а «Молодь, будуй Украину» – это как раз вот основное значение того, что, ну, значение этого проекта. Вот в двух словах о наборе команд. В целом сейчас идет набор команд, поэтому мы приглашаем всех студентов и молодежь, да, которые заинтересованы в развитии навыков, в интересном эксперименте, то есть попробовать работать с бизнесом, даже если ты еще студент. Дякую вам. Ну, еще один, я вот так для уточнения, если мы уже о командах начали говорить, то любой, кто чувствует в себе лидерские навыки, кто хочет развиваться, и самое главное, кто хочет принять участие в развитии и в построении дальнейшем нашей Украины, может собрать команду, 5 человек вместе с собой, и подать заявку на нашем сайте, который я вам уже показывал, и мы оповестим тогда уже место, где это будет происходить, в зависимости от того, как мы наберем, может быть, действительно будет больше желающих. И регистрируйтесь, приходите, развивайтесь. Ну, мы еще обещаем, что будет очень интересно. Ну, однозначно. Само собой. И не сильно долго, потому что первая игра будет длиться месяц, и встреча один раз в неделю. Поэтому результаты мы получим уже через месяц. Первые. Одни основные, одни дополнительные. Да. То есть, да, там вот так вот будет. Чи будуть ще питання? Якщо питань більше немає, дякую вам за прес-конференцію. Сподіваюся, що молодь відгукнеться і буде спасибо вам, себе. Спасибо, да, вам, спасибо, потому что у этого проекта большое будущее. Нас поддерживают городские власти. Они обещали нам всякую информационную поддержку. Да. Ну, а основное, конечно, вот сами практические навыки, это уже на нас с Машей. Дякую вам. Да, спасибо вам. До свидания.